И еще раз я приветствую всех, кто меня смотрит. В общем, давно не записывала я видео по славянам. У нас здесь большие перестановки, но, как видите, проблемы новых территорий в том, что по ним начинают шастать вот такие вот замечательные элементали. Куда же без них? В игре, которую оценила Япония. Вот. То есть, вот мой рудник. Здесь добывается золотая руда. Добывается она 12 часов в одну ячейку. Вот это мужик, который ее там добывал. Теперь он будет бегать здесь кругами, пока мы либо не ликвидируем вот этого гада, либо пока он не уйдет сам. А вот. Вот это вот сундучок из подземелья, и это моя новая тактика, я не буду сейчас про нее рассказывать. Здесь у нас некоторые перестановки, но я сейчас расскажу про новые здания, которые я смогла построить за реликты. Это пасека, для работы которой нужен сахар. Что за сада? Сахар – это 5-й уровень мельницы. У меня сейчас только будет 4-й, наконец. Это кондитерская, для работы которой тоже нужен сахар. И вишневые соки, а вишневые соки – это здесь... Но это 3-й уровень улучшения. Просто я уже раскачала свою соковыжималку до этого состояния. Соковыжималки надо будет строить еще. С одной, конечно, тяжко. Можно 3 построить сейчас. Что касается гонки драконов. У нас свой клан. И мы обе можем удалять теперь с Нубаратан задания, которые нам не нравятся. Или которые стоят мало очков. То есть мы теперь то, что дешевое, принципиально не делаем. Ну, правда, купца мы не делаем тоже. А вот. Летим на этой гонке, которая только началась. Мы уже впереди планеты всей. С монстрами проблем нету, потому что сейчас пока что тут действуют топоры и даже что попроще. Мы, как я уже говорила, перешли в стальную лигу. Это 8 заданий на человека. Так. Насчет перестановок у меня. Перестановки у меня связаны с тем, что мы строим 3-й коровник. А не только по эстетическим соображениям, я тут все меняю. Коровник мы достроим через 6 часов. Выглядит он будет вот так. Поэтому здесь теперь у нас домик отсюда убрался, вот сюда. И вместо мельницы у нас теперь здесь красивый меч. Ну, потому что я так хочу. И резервные поля у нас уехали сюда, на новые территории. Но здесь ходит всякая жуть, которая пока еще при мне ничего хотя бы не ломала. Но вы видите, что нужно для атаки. И вот еще экземпляр. В общем, вот сюда вот я так еще и не добралась, но доберусь, наверное, завтра. Первый раз. А вот. Цены на все ужасающие. То есть следующий дом воина будет стоить 200 тысяч. И поле будет стоить 14-200 тысяч. Десятый домик стоит 250 тысяч. Мельницы, это вообще я про них молчу.
соковыжималки по 100, ну, сейчас вот 100 будет стоить мне вторая, но они требуют инструменты. Что такое? Что-то подвисло опять. Так. Это все в единственном экземпляре. Стала доступна вторая печка на 58 уровне. За 140 тысяч. Печь, конечно, это нужная очень. Но я сейчас буду мечтать о доме ювелира. А так, после бакалейного погреба тут открывается еще мастерская вот такая. Но стоит она совсем неподъемно для нас пока что. Хорошо, что у меня открыто уже подземелье, где красные вот эти вот релики добывать. Вообще, конечно, я хочу отремонтировать вот это вот здание первым делом. И коплю сейчас релики на него. Но строить очень много всего надо, ничего я не успеваю. И дела с чертежами у нас наладились только вот сейчас, когда мы начали вместе с Нобаратан играть вместе. Вот. Они теперь заинтересовались другим зданием. Вот мой рудник отстроенный. Видно, да? Две кирки требуют обычных, медных. И добывается 12 часов с одной ячейкой. И вторая стоит как чугунный мост. Покупка второй ячейки здесь. В новом обновлении наши замечательные разработчики сделали так, что смотреть можно теперь только одну рекламу, независимо от того, насколько долгое производство. То есть с 12 часов сокращать производство до 11 часов 30 минут, это как-то, ну, неинтересно. Короче, все для людей, и я жалоб на эту алмазную лигу читала уже очень много в интернете. А когда они еще и рекламу поправили, в кавычках, там народ вообще, конечно, вообще пишут, что с серверов побежали хорошие игроки, но не знаю, нам пока это будет сейчас только на руку, нам будет проще на гонке. С чертежами у меня сейчас вот так дела обстоят. Так что в этой гонке я еще здания на чертежи повыполняю кое-какие. Если до них будет. А вот. То есть в целом все нормально. Это достраивается 11-й домик воина. Все, конечно, очень долго, и нужна реально стратегия на все свои дальнейшие действия, потому что тут стройки по 12 дней, бои с ускорителем даже по 6 дней, то есть на самом деле по 12. Про вот этих вот я уже все сказала, и тут еще бывает воздушный элементаль, но у него сегодня, похоже, выходной. Не увидим его сегодня. Вот, этому теперь кондитерская моя не понравилась. Ну, ладно. Они не так долго атакуют, это можно потерпеть. То есть не обязательно, сломя голову, сразу идти и крафтить требуемое количество оружия, чтобы с ними драться. Я пока просто игнорирую это все. И этих всех я тоже игнорирую. Не до них. Основной упор у меня на производство картошки. Супы. И пироги. Здесь, в принципе, ничего не поменялось. До сахара нам еще долго песня.
сейчас как только будет задание на чертежи, на зеленое здесь еще одно, я, конечно, сделаю себе приличную мельницу. И кукурузная мука у меня будет своя. Так меня на братан очень выручала с кукурузной мукой. Удаленные задания все в откате. В общем, ждем. И летим. Всем спасибо за внимание. У меня пока все. И, как вы уже поняли, с завтрашнего дня я буду очень сильно занята в АЕ. Это мой первый приоритет, потому что АЕ это не какие-то там сказанские мобилки, где все на отвали делается. В АЕ этот апдейт ждали очень долго. Там именно большой кусок истории будет до самого конца. По части возвращения богини времени. И, конечно, это не будет ни легко, ни быстро. То есть это не то, что я закончу там, допустим, за неделю или за две, вряд ли. Скорее всего, засяду там я очень надолго. И это будет первый приоритет на канале. Отчет по происходящему там. Еще раз прошу заметить, не прохождение, а именно отчет. Для себя самой. Вот. Ну. И все на этом, пожалуй, реально. Всем спасибо за внимание.